«Больше доноров, больше жизни» – вот один из лозунгов, под которым работает служба крови. Свыше 700 славянцев ежегодно сдают свою кровь, а те, кто делал это 40 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». Их уже 780 человек. Валентина Семенихина только что вошла в число почетных доноров России. И когда сдаешь, ну, вроде сдал и ладно, но когда тебе сказали, что твою кровь кому-то влили, то какая-то гордость такая вот есть. Ну, кровь сдавать, конечно, надо. Чувствую себя хорошо. С 28 лет, 55 лет мне сейчас, и я скажу, что я себя чувствую прекрасно. Сдать кровь – это просто, безопасно и даже полезно. Как считают ученые, практика показывает, сдача крови посылает сигнал организму к самообновлению. Доноры – люди крепкого здоровья и редко жалуются на самочувствие. Я не первый раз сдаю кровь, уже шестая сдача у меня. Сдаю кровь для того, чтобы помочь людям, помочь нашему здравоохранению. Потому что приятно осознавать, что это нужно для людей, что я могу чем-то оказать помощь. Каждый донор осознает важность выполненной миссии и испытывает чувство удовлетворения своим поступком. УПК у нас существует 55 лет. У нас есть доноры, которые с начала открытия сдают кровь. И мы очень любим и дорожим донорами. Они всегда приходят в любую минуту нам на помощь. Сколько людей выжили и выздоровели благодаря помощи славянских доноров, которые и дальше будут продолжать свою бескорыстную деятельность. Андрей Вишневский, Андрей Шевердин, Максим Пащук. Программа «События».